Привет, друзья! Наша птичка повзрослела, и мы решили дать ей жука. На воле им часто приходится есть насекомых. Они едят не только мышей и ящериц, но и стрекоз, жуков и все, что поймали. Вот, решили, пусть и она заранее привыкает, чтобы когда мы ее выпустим, она уже будет знакома, что такое насекомое, как их ловить, как они сопротивляются. Возможно, где-то придется добывать насекомое, вытаскивать из какой-то коряги или какой-то норы. Пока она еще глупенькая, не сильно соображает, что можно из банки вытащить через верху того жука, клюв, верхнюю челюсть. Интересно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное, когда мы будем ее отпускать на волю.